Традиционно в дни школьных каникул аптечная сеть «Азовфарм» совместно с Управлением образования Горсовета проводит профориентационные экскурсии для старшеклассников. Такие познавательные мероприятия для школьников прошли в аптеках сети «Азовфарм», расположенных во всех районах города. В ходе экскурсии ребята ближе познакомились с профессиями фармацевта и провизора, увидели, как делают лекарства и узнали работу аптеки изнутри. Юные экскурсанты убедились, что работать в аптечной сети «Азовфарм» не только комфортно, но и престижно, ведь это крупнейшая аптечная сеть Приазовья. Она насчитывает 30 аптек, в которых работают более 500 высококлассных специалистов. Сегодня аптечная сеть «Азовфарм» динамично развивается, открываются новые предприятия, в которые требуются высокопрофессиональные кадры. Заведующие аптеками постарались влюбить ребят в свою профессию, показали рабочие места, рассказали о том, что фармацевт должен знать и уметь, где можно получить высшее образование. Выпускники узнали, что аптечная сеть является базой для прохождения заочной части интернатуры. В аптеках работает много студентов, интернов. В сети развито наставничество. Опытные провизоры передают свой опыт молодым специалистам. Поддерживается стремление молодежи к профессиональному и карьерному росту. Всем работникам обеспечиваются социальные гарантии. Да, экскурсия понравилась. Дети есть заинтересованные. Может быть, кто-то изъявит желание поступить в фармвуз и закончить потом работать у нас. Создавая современные условия для работы, аптечная сеть «Азовфарм» ожидает от своих сотрудников стремления развиваться в профессиональном плане. В рецептурно-производственном отделе аптеки номер 19 ребятам показали кропотливый и скрупулезный труд провизоров, технологов, занимающихся изготовлением лекарственных форм. Рассказали о работе провизора-первостольника, о процессе заказа, приеме и выдаче медикаментов, температурном режиме и хранении медикаментов. Показали экскурсантам огромный ассортимент лекарств на витринах, товаров медицинского назначения и многочисленные средства для красоты и здоровья. Преподаватели, которые сопровождали своих учеников, отметили, что в профориентационном отношении такие экскурсии очень важны, потому что перед школьниками уже стоит выбор будущей профессии. Потому что дети, в большей части, они не всегда точно понимают, что представляет из себя одна профессия, другая. Вот, например, сегодня вот провизор достаточно такая вот интересная профессия, которая на поверхности как бы не находится там. Все видят продавец в аптеке, а вот провизор, с чем это связано, само устройство аптеки. Поэтому мы как-то так сразу за это ухватились и пойдем посмотрим. Все увлекательно. Я сама планировала поступать на медика. Надеюсь, что планы сбудутся. Поступлю все-таки. Да, фармацевтом еще я думала по поводу профессии хирурга. Мне тоже очень нравится. Сейчас выбираю. Экскурсия понравилась. Как ЗНО закончу, буду, может, учиться на медика. В течение экскурсии ученикам пожелали сделать правильный выбор в своей жизни. А если осознанный выбор будет сделан в пользу работы фармацевта и провизора, аптечная сеть «Азовфарм» гарантирует трудовые места и поддержку коллектива.